Ну что же, сегодня у нас еще одна гоночка. Сегодня 23 февраля. Вот у нас есть Ямаха. И есть у нас Скиду 800-ка. Вы когда стартанете, обратно подъехать и потом скажете, так, кто выиграл, хорошо? Готовы? Раз! Два! Три! Ну, тут понятно, кто выиграл, да? 800-ка, в принципе, можно ничего не ждать. И вот они, пораженные зрители. Что случилось, Павел? Санька старт проиграл. Ну что же я могу сделать? Это всего лишь навсего старт. Смотрели вот отсюда, видно было, как он раз, ты три, а он как-то вот. И вот они. Вернулись. Ночевал. 800-ка ушла порядка на 2-3 корпуса. Сразу, да? Ну чего, какой результат? Первый. Ну понятно. Да. А, и не было, в принципе, сомнений, да нет, что Бомбардье может легко вообще разорвать вот эту вот какую-то там синюю Ямаху, как она, помой какая-то. Особенно черную молнию. Да, вот еще одна Ямаха. Смело заверяю, была бы линия больше, блядь, нитро берет по-любому на сколько. А сколько нитро поедет максимум? Я не пробовал. Давайте у тебя не 30 старых групп, а засып. Или сколько? 180 пойдет вот это. Сколько? Но при этом... 40-й? А у тебя сколько зацеп? 40-й, Паш. 40-й. Не, 40-й как меньше. Раз. У него 40. Ну, теперь говорить можно все, что угодно, а результат-то мы видим. 800-й Бомбардье. Вау! Порвал какую-то там Ямаху, легко и непринужденно. Отомстили. Наливай. Ребят, ну если по-честному, старт был проебан. То есть еще раз. Не, ну то есть если еще раз, ты уже четко, ты уже будешь понимать, что все, проебал ты снегоход, блядь, говно. Хорошо. Вы как, хотите это увидеть второй раз? А мы хотим. Давай. Ситуация такова. Неплохая техника, хуёвый водитель. А, ну да, теперь он будет говорить, что у него ребро сломано. Техника не уступает, она ебашит, мама не говорит. Он тебя наебал на самом начале, что натянул тебя сюда, да? У него выше зацеп, он сел ближе, загрузил гусю. То есть ты не проебал газ, понимаешь? А я видел, но ты проебал в плане мастерства, понимаешь? Тут хороший райдер, блядь. Вот, но это сам на бой. Не, ну хорошо, вы будете пробовать второй раз или не будете? Сань, ты второй раз будешь пробовать? Вперед. Мужики, поехали до заправки. Хорош, да ладно тебе, ну что ты. Ну вот, наверное, в принципе и все. Здесь все ясно и понятно, что все-таки Бомбардье — это хорошая техника. Покупайте Бомбардье. Не важно, что это будет Линкски, ну, это хорошо. Так что Бомбардье все-таки рулит. У него газ выдали одинаково, но он пошел, блядь.